Хочешь исповедаться? На заводе удобрений секта гонит какую-то дикую дрянь. Говорят, крайне нестабильная. Разнести бы это местечко к чертовой матери. Люди сейчас на взводе. Они готовы стреляешь. Спасибо. Thank you.
Я тяжело ранен. Иду, прикрой. Умно. Я уж думал, мне конец. Сектанты приехали на своих грузовиках, опустошили мой дом у меня на глазах. А я просто стоял и смотрел. Я помолюсь за тебя. Хрен там я буду в одной комнате с Иоанном. Нахер надо? У меня от него мурашки. Так, спокойно. Спасибо тебе. Понял. Ну все. А ты мне нравишься, помощник. Принял. Будет сделано. Ты вне игры. Меня вот-вот прижьет. Бог ненавидит тебя. Рухни
никак. Иду туда. Вижу врага! Я ухожу, ясно? Шикарная игра. Можно с друзьями играть. Эх, отравляет. Он толкает нас на чудовищные поступки. Только лося убийцы нам не хватает. Что ты чувствуешь? Знаю не понаслышке. Берегись. Но я могу помочь. Я очищу тебя от грехов. Освобожу твою душу. Будет непросто и придется помучиться, но... Это того стоит. Жди моих людей. Они приведут тебя ко мне. Не противься. Чем сильнее ты сопротивляешься, тем болезненней будет очищение. Старик Рейдер – настоящий герой. Даже в таком возрасте не опустит ружье. Но я надеюсь, сектантов он... Спасибо, что помог с ОДМщиком. Если будет время, подсоби нам еще разок. У нас появился бешеный наш убийца. ОДМщики чем-то его накачали. И он вконечном... Мы вырубят его! Сделаю! Вижу помощника. Не нам об этом судить. Грядет время очищения. Отнеси его к воде. Ведь лишь тогда мы предстанем пред взором Божьим и пройдем через его врата в сад Эдем. Подожди. Ты порочишь ритуалы, а? Нет, Иосиф. Полюби их, Иа. Не дай греху взять над тобой верх. Подведите его.
Что бы ты ни совершил, тебя еще можно спасти. То, что ты оказался здесь, не случайность. Тебя ведет воля Бога. Это его дар. Но пока неизвестно, решишь ты принять этот дар или отринуть его. Он придет к искуплению. Или врата Эдема закроются для тебя. Да, Иосиф. Ты покаешься. Сознаешься во всех грехах, даже самых мелких, самых ничтожных. Не сомневайся. Искупление для избранных. Если покаемся, прямо сразу нас ведь не тронут, да? Нет, будет хуже. Потому что покаяние без боли невозможно. Ты провозгласишь свой грех, потом пронесешь его на теле, а потом Иоанн очистит тебя. Это так прекрасно. Ах, вы твари! Щади их. Только держись. Если ты погибнешь, все было зря. Господь будет милостив по любви своей! Господь!
праху. Подойди, прошу. У нас тут бог знает, что творится. Я Джером, пастор Фолсенда. Спасибо за помощь, но это еще не все. Сектанты перевозят пленных, и Мерл среди них. Времени нет. Бери, что нужно, и выдвигаемся. Я вызову еще людей. Уверен, нам понадобится... На кону много жизней. Дай мне закончить. Чем больше похищений мы предотвратим, тем лучше. Ну так вот. Я вызову еще людей. Уверен, нам понадобится их помощь. Благословящий бедному дает взаймы Господа. Нужно ему помочь! Нельзя оставлять! Получил видео Иоанна. Еще получу. Да. Спасибо, помощник. Они собирают. Очень тебе благодарен. Не жилец. Помощник, мы отправили к тебе вертолет. Держись, пока он не прилетит. Напряжен. Не влезай. Блин!
будет. Они забирают нас против воли. Знаю, ты ищешь своего друга, но людям нужна помощь. Мы наберемся сил и освободим пленников, каждого из них, обещаю. Приходи, когда Фолсен снова будет свободным. Ищи меня в церкви, где я пытаюсь восстановить.